Известный пианист Денис Мацуев послушал юных омских музыкантов и заплатил им за это. Вручил стипендии от благотворительного фонда «Новые имена». Перед награждением ребята встретились с педагогами из консерватории Чайковского. Они показали мастер-класс по игре на фортепиано и скрипке. Затем лучшие юные музыканты выступили перед Денисом Мацуевым и получили стипендии. Размеры у них разные, начинается от 1000 рублей в месяц. Но не деньги главное, у ребят, ставших стипендиантами фонда, больше шансов поступить в ведущие музыкальные вузы страны. В этом году победителей было 9. Это очень много, отметил Мацуев. Сегодняшний отбор поразил меня в очередной раз. Мы дали рекордное количество стипендий в наш фонд «Новые имена». 9 стипендий. Причем первая девочка, пианистка, которая вышла, я ее очень хорошо вспомнил, она уже выросла. 5 лет назад, когда мы начали историю с «Новыми именами», она была такая крохотная, и у нее ножки не доставали до педали. То есть мы следим за ними в хорошем смысле слова.